51-летняя Дарья Поверенного впервые раскрыла подробности своей семейной жизни с Андреем Шароновым. Пара сыграла свадьбу в 2021 году. Актриса театра и кино призналась, что пойти под венец с миллионером было лучшим решением в ее жизни. В своем микроблоге платформе Instagram Дарья Владимировна подбодрила женщин, которые не могут решиться на перемены. По признанию самой Поверенной, в свое время она пережила токсичные отношения. Ее жизнь превратилась в настоящий ад. Что хочу сказать девочке, никогда не стоит отчаиваться и ставить на себе крест. Но и счастью тоже надо бы дорогу освободить. Если вы в токсичных отношениях, не ждите чуда. Мол, человек изменится. Не изменится. Не позволяйте никому издеваться над вами. Это я вам как человек, выбравшийся из подобного ада, говорю, написала знаменитость. Пользователи сети поддержали артистку и порадовались за ее личное счастье, которое она обрела в паре с бывшим чиновником. Также Поверенного поблагодарили за ценные советы. Вовремя пост написали. Благодарю, счастливую женщину видно по глазам. А если отношения токсичные, то человек никогда не изменится. Счастье есть, и когда мы в паре, оно особенное. Радуюсь и понимаю. И спасибо за эмоции, Дарья, вы очень гармоничная пара, очень достойный и любящий вас мужчина рядом, высказываются комментаторы.